Всем привет! Если вы меня сейчас слышите, это значит только одно, что вы со мной на правильном канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интересной информации из сети. Это канал Астроумно мы все с нетерпением ждем прихода Нового года. Давайте узнаем, что нам следует сделать, чтобы 2018 год стал самым счастливым и незабываемым. Итак, овнам не следует оставлять недочитанные книги. Пересмотрите любимую сказку или фильм детства и подарите себе подарок. Телец. Лучше всего купить абонемент спортзал, высказать все, что накипело и купить себе хорошую сумочку. Близнецам. Не помешает чаще звонить маме и папе, закончить ремонт и чаще Говорить близким о своих чувствах, Ракам не помешает купить себе подарок, пройти курсы, на которые давно хотели записаться и хоть иногда устраивать салон красоты дома. Львам рекомендуется прислушиваться к другим, купить желаемую книгу и не забывать о занятии спортом. Девам необходимо научиться говорить нет, найти любимую работу и превратить хобби в предмет оснований и основной прибыли. Весам нужно. Нужно бывать у родственников чаще, дочитывать давно забытую книгу и отправиться в маленький отпуск. Скорпионом обязательно следует говорить любимым только правду, сделать неожиданный подарок второй половинке и провести целый день с семей, семьей в развлекательном центре. Стрельцам советуют хотя бы несколько часов в день посвящать своему духовному состоянию, навестить близких за рубежом и наконец-то поверить в свои силы. Козерогов звезды обязуют выслушивать других, превратить хобби в основную работу и записываться на интересные курсы. Водолеям обязательно нужно успеть закончить ремонт, продолжить ходить в спортзал и купить что-то своим родителям. Рыбы должны больше уделять времени своим проблемам Вернуть все денежные долги и научиться не расстраиваться по мелочам, которые их даже не касаются. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И, конечно же, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Всего вам самого хорошего, услышимся.